Всем привет! Сегодня покажу вам пластилин. Это вторые пачки мои уже. Здесь 36 цветов. Вот. В первой пачке у меня было две вот таких одинаковых. Одна здесь и здесь. Это были одинаковые цвета. А здесь другая пачка. Здесь есть малиновые оттенки, лимонный, салатовый. Хватает надолго. Очень хорошо для детей тоже подходит. Легко лепится. Вторая пачка будет в углу на видео. В комплекте идут стеки. Можете приобрести отдельно какие-нибудь другие интересные. Вот меня здесь порадовала вот такая вот штуковина, потому что в первом наборе, сейчас покажу вам вот этот стек, вот он такой, то здесь поаккуратнее, он очень будет удобный. Также удобно будет делать крылья, то есть перья. Классно, можно попробовать будет. Ножик в комплекте. Вот. Вот такие цвета. Яркие, насыщенные, очень классные. Сегодня слепим вот такую елочку. Также я покажу, как вот здесь отремонтировать немножко. Ребенок сломал вот такую насадку. Просто берете кусочек пластилина и обратно ее приклеиваете. И она подсыхает. К пластилину можно использовать бисер. Всякие такие вот штуки блестящие. А только клеем я не пользуюсь. Я просто их вдавливаю немножко аккуратно в бисер. Потому что я попробовала, делала змею, покрыла ее просто лаком для ногтей. Ну, в общем, воняло очень долго, и оно, ну, оно подсохло, но все равно оно оставляет неприятный такой запах. Поэтому лаком его покрывать вообще не нужно. Так, и в этом наборе тут темно-серый есть, есть посветлее серый. Сиреневый, голубой, бирюзовый здесь, салатовый. Помощник пришел. Вот такие вот розовые. Красный, зеленый, оранжевый, желтый. Черный, насыщенный, черный, темно-коричневый, синий. И вот белый. Да, в первом наборе у меня было, получается, два белых цвета, а здесь один. Еще один набор такой же в запас взяла. Все, дальше будем делать елку. Всем приятного просмотра. Пока-пока.
Thank you.